Знаете, лучше не своими словами пересказывать, лучше дать прямое слово. Возвращаю вам слово. Прямое, давай. Владимир Владимирович Путин. Так. Первые аплодисменты. Аплодисменты тоже считать будем. Спасибо, прошу вас. Садимся. Хорошо, добрый день. Уважаемые сенаторы, депутаты Государственной Думы, уважаемые граждане России. Сенаторы первые. Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. На 6 лет. О тех вопросах, решение которых считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны. А то и 12. Такая программа действий, конкретных мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учеными, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, все с нашими снимают. Героями, фронтовиками, добровольцами, солдатами и офицерами Вооруженных сил России. Конечно, мы понимаем, что такие мероприятия готовятся, но тем не менее реальные потребности людей, безусловно, прорываются в этих беседах. Много идей было выдвинуто и на крупных общественных экспертных форумах. Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня. Базы, рассчитывая, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится. Потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Только с избирателями. Это понятно. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть Миронов? С Россией. И в этом году 10 лет стало легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Вторые аплодисменты. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем. Вместе все сможем. Именно так, всем миром, мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. Нихуя. И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь, потери, вот люди непреклонны в этом выборе. И постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага. На производствах трудятся в 3 смены. Столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это индустриальная, технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России. Миллионы людей объединили акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Все для победы». Российский бизнес за 2 года направил 1 миллиард рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений. Повторю, такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую победу. Да, на ТВ в том числе и таких срочно-сборщиками называют. Третьи аплодисменты.
наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна. Хочу... Хочу отметить работу страна. Фонда «Защитники Отечества», усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой. Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Можно было вообще на выборы не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычка разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Югославия еще вот обсуждали. Но они просчитались. Это сегодня уже абсолютно очевидная вещь. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов, на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Вместе. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину. Мы все граждане России. Будем вместе защищать нашу свободу, землю, право да? на мирную и достойную жизнь. Зачеркиваю. Сами и только сами определять свой путь. Беречь связь поколений, а значит непрерывность исторического развития. Решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям. Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. Полным ходом. И прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Железный демон, прям, благодарю ой, бля, всех, ядер? Кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев. Объявляется минута молчания. Стыдные. Спасибо. Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют Шойгуна, свои задачи, используют новую технику, успешно капелланы. Решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях. От взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства. Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть. Понимаем вместе с тем, что нужно да, делать. Наблюдаем и такая постоянно. Работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии флота. Порой от врага узнаем. Технологичности и эффективности. Боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые На территории. Данный момент как раз, да, вовремя Не об мы этом начали эту войну сказано. На Донбассе.
Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции. Все, нет, 8 уже. Защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано. Вспомнили все-таки. Завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Так что вот он, не просто мультик. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. Разве не шло? На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. Войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа за «Сармата». Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем. Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги. Мы не отказывались, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? И они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, в Украине оружие стратегическое поражение на поле боя. Это можно привести наглядный пример такого лицемерия. В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как нам вбросы, пока и Белоруссии хватит. Уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. Блин. При этом они блокируют. Он говорит все то же самое, что и журналист перед ним. Лежит у них на столе уже более 15 лет. Имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который мы подготовили еще в 2008 году. В реакции-то никакой нет. О чем они говорят, вообще непонятно. Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности – это пиздёшь. Демагогия. В преддверии президентских выборов США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Ну, так было и до этого, еще с 2014 года. Там они будут стремиться нанести нам поражение. Ну, так, безусловно, им не пойдет. Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. То нехуй нам угрожать. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы, от нашей и Украины прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России. Десятые юбилейные аплодисменты. Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом. Я напомню, в 81-88 годах военные расходы СССР составляют 13% валового национального продукта. Поэтому наша задача – так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны,
Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил. Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач. И при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В первую очередь, это касается сил общего назначения, принципов их организации. Лицо военного в этот момент. Беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражений. Серьезно, наверное, необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, уже пошло, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот Запад без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Да, на Прибалтику уже, Польшу. Мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. А при этом сами мы в 21-м выбирают про Украину цели это говорили. Для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним вот еще один повод, кстати. Судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. В гражданской войне. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Или это скорее уже на нацистов. Они... тоже на Третий рейх свои параллели. Они должны что, в конце концов можно понимать, нас сравнивать? Что у нас тоже есть оружие. И да, мы знают тоже об можем. Этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас? Ой-ой-ой. Чем пугают? Это он прям... весь мир. Что все это... очень зло говорит. Реально грозит конфликтом с... использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Вы, может они чего, быть, этого не понимают, что ли? Подумайте. Это немного. Люди, знаете, это люди, которые тупые. Не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот в отличие от мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас так и, в условиях, да, конфликта на Украине то же самое происходит. А они, вот они думают, что для инфантил. Них это все мультики какие-то. Мультики. Что сказать? Действительно, русофобия, как и другая как 18. Идеология расизма, национального превосходства и исключительности, она ослепляет, лишает разума. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну, думаю, что это сегодня важно для всех. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен. 12. Давайте договоримся. К объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними. Так уже в 2028 году страны БРИКС, с учетом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37% глобального ВВП, тогда как показатель группы 7 опустится ниже 28%. Но это цифры очень убедительные, ведь еще 10-15 лет назад ситуация была совершенно другой. Я уже говорил об этом публично, но тенденции такие, понимаете? Мировые то тенденции никуда от этого не деться. Они носят объективный характер. Но насколько единый у нас БРИКС, конечно. ВВП, по паритету покупательной способности большой семерки в 92-м году
была 45,7%. Главное, что так? С ними у нас проблем БРИКС, явно без учета меньше. Даже расширения в 92-м году. Ну, а БРИКС, ну, тогда организация не было, но страны БРИКС. Только 16,5% в 92-м году. А в 22-м уже семерка 30,3%. А БРИКС 31,5%. А к... Вот и догнали. А к 28 году ситуация еще больше поменяется в сторону БРИКС. Будет 36,6%. Для семерки прогноз на 28 год 27,8%. Никуда от этого не деться. Ну, это так. Вот это все объективная реальность. Твоя империя, так поняли? И будет. Чего бы ни происходило, в том числе даже и на Украине. Мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры. На передовой технологической базе главное дружить взаимовыгодно. Строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства. Тем более, что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему. Пилят сук, на котором сидят. Ограничивая нас от нее. Мы взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия, уважения интересов друг друга. И потому к работе Евразэс, ШОС, других БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые и новые государства. Огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». Позитивно развивается диалог Россия-АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия-Африка. Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Да, мы искренне поддерживаем все эти устремления. У России давние хорошие отношения с арабскими государствами. Они представляют самобытную цивилизацию от Северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнерских связей. То же самое будем делать и на латиноамериканском направлении. И отдельно прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры. Прежде всего, конечно, на пространствах СНГ. Прежде да всего, русского. Конечно же, да, желательно. Кстати, уважаемые друзья, коллеги, уверен, многие посетили выставку «Россия». Сюда приходят, чтобы увидеть самим, показать детям, как богата и необъятна наша Родина. На выставке «Россия» был дан старт году семьи. Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение. Так же, как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода демография. Человеческого, воспитание для детей. Для государства прежде всего демография. И продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению. А мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран. Да, сегодня и Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Демографы утверждают, что это ЛГБТ вызов связан, да, с общемировыми социальными, экстремистов. Экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом. Очевидно, что не только экономика, качество социальной сферы влияют на демографию, на рождаемость, но и в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных наших религий. Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Важно уточнить. Традиционная Большая семья. Многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, там ориентиром сект. Всей государственной стратегии. В горизонте ближайших 6 лет
И там 12-е аплодисменты. Присоединяюсь к вашим аплодисментам. Аж посмеялся. Да-да-да, 13-е. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке, о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе послания. Наберитесь терпения, оно только начинается. Может, это были уже 14-е, но тогда 15-е. Начну, поэтому все, что было до, это важно. Вот сейчас начинается самое главное. Начну с одной из самых острых проблем. Владимир Владимирович представляет. Невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллионов человек. Безработицу почти искоренили. Этого много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек. Единая субсидия. Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт, можно подать через портал госуслуги с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры. Это потребует дополнительных денег, где-то в районе 100 миллиардов рублей. Но они предусмотрены. Вообще, я буду вот эти дополнительные расходы называть, они все проработаны. Хочу повторить, проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в 2 раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей. Понимаю, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому, повторю еще раз, важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей наших. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется «Семья». В ряде конкретных... 16. Заслуженно. О ряде конкретных инициатив. Прямо сейчас и скажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу. И предлагаю дополнительно помочь субъектной федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Второе. В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в 1,5 раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда построено было 72,8 миллиона квадратных метров, а сейчас 110. Еще важнее, что за последние 6 лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более
900 тысяч с помощью семейной ипотеки. И эта программа началась у нас в 2018, напомню. Мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ее могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребенком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Ну вот теперь 18. Особое внимание уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%. И еще. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. 19. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, и потом там по нарастающей все больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся. Третье. В России больше 2 миллиона семей, в которых растут трое и больше детей. Такие семьи, безусловно, наша гордость. И вот что хочу сказать. Смотрите, это реальные цифры. В 2018 году, с 2018 по 2022 год, число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Хороший показатель. Подписан указ. 20. Подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. Его положение надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей. В семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза до 2800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка. 21. Очко. Что это значит? Вот для примера, семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей. При этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений. 22. И отдельно о программе материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030. А там посмотрим, там еще срок будет, возможно. Уважаемые коллеги, хочу выразить признательность благотворительным фондам, социальным некоммерческим организациям, которые помогают пожилым и больным людям, детям-инвалидам. И очень многое сделали они для того, чтобы поднять государственный уровень по вопросам долговременного ухода, потому что они все время ставили эти вопросы. Считаю необходимым нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета, вывести ее на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи. А это около 500 000 наших граждан. Сейчас, к 2030 году нужно точно уже чтобы сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и было обеспечено 100% граждан, которые в этом нуждаются. Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.
На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Чего сейчас, правда, исходит эта жизнь. Статистика, не очень ясно. При этом важно, чтобы росла... Да-да-да, 24. При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. А всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 000 000 000 000 рублей. 25. Далее. За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку. Бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Кстати говоря, что касается питья, здесь у нас заметный хороший результат. Не, литербол все-таки... Реально, без всякого экстремизма. Полегче. Мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя. То есть без экстремизма? И это, безусловно, сказывается на здоровье нации. Предлагаю за счет федеральных ресурсов... Ну, это почти анекдот, можно, да. Да, да, да. Какой там, 28 уже или что? Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки. Или сейчас 28. Где смогут заниматься и дети, и взрослые, да, экстремизм, и целые семьи. Зачеркиваю. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета. Не, хорошие условия... планы финансирования. Да. Это я просто зарядку делаю, мне вычет. Условия для занятий спортом должны быть в вузах, можно? Колледжах, в школах и дошкольных учреждениях. Кстати, многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Да, 29 вроде бы. Люди постоянно об этом говорят. Сбился уже со счета. Что касается школ, то здесь капитального ремонта требует около 18 500 зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей. Ну, это 32 был, вот сейчас 33. Вот. Кроме того, предлагаю в предстоящие 6 лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность. А такая потребность есть, потому что у нас сейчас вот, в 22-23 годах из 39 тысяч школ, 39 440 школ у нас, медицинские кабинеты есть только в 65%. Есть над чем работать. И еще очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города. При этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Становится больше городов. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену. А в некоторых школах вводится даже и третья смена.
Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать в тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро. Но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Уважаемые коллеги, мечты и свершения наших предков, старших поколений, стали достижимыми, и мы гордимся этими достижениями. А завтрашний день страны определят устремления нынешнего молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть... 36. Вот, а молодежь сейчас заулюлюкала. Да, все для это нас. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш потрясающий труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5000 рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Ну, давайте, 37. Чего раньше не было. И отдельное решение предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живет меньше 100 тысяч человек. А это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, поселки, села. Так вот, уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей. 38. Надбавки поехали. Что еще хотел бы добавить. В 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей, других работников бюджетной сферы, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в конкретном субъекте федерации. Эти положения так называемых майских указов и впредь должны строго выполняться. Но при этом надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов занятых здесь специалистов. Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив, ну, безусловно. Понимая, что проблема давняя, очень сложная, капиталоемкая, если можно так сказать, обсуждали ее и с коллегами с федеральных медов, с руководителями регионов, с учителями, врачами, другими специалистами, но, безусловно, ее нужно решать. Я сейчас не буду вдаваться в детали, она действительно сложна, и депутаты, и члены правительства понимают, о чем я говорю. Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъекта федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны. 38. Отдельный вопрос – это создание дополнительной мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста. При этом целевым образом выделим более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Наше школьное образование всегда славилось новаторами. Давай. Хлопаем. Или уже 39. Новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первой образовательной школы лидерского уровня
начнем уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах на Дальнем Востоке, в Сибири, на Донбассе. Всего до 2030 года откроем 12 таких школ. Теперь о содержании образования. Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. И, конечно, явно не на пользу дело, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению. Но это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману. Я прошу коллег из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой. Она очевидная. В этой связи... 41. Сопоставляйте ФГО с экзаменационными программами. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что вот я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно, по выбору самого ученика в тот же год предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. И создать это, и сделать это до конца приемной кампании в ВУЗы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей. Но только на один. Завалишь больше коллеги, и дикты. В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «большой семерки». 43. Но что я хочу в этой связи отметить? Хочу отметить вот что. Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия. Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90%. То есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит гораздо более устойчивой. Сегодня Россия крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Германию обогнали за 23-й год. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед. Войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Такое... 45. Но такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан. Это кого мы обгоним? В ближайшие 6 лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020 года МРОТ вырос в 1,5 раза. Это уже как советские планы. 19 тысяч рублей перегнать. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тысяч. Нихуя планы! Что, безусловно, 46, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. При этом мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом. Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии. Даже так остается только планами догнать уровень инфляции. Здесь нужно работать на опережение. Поэтому сегодня подробно остановлюсь на этих двух стратегически важных темах. Начну с кадровой базы. В России растет большое молодое поколение. Вот как ни странно, да, есть демографические проблемы с ростом численности населения. Вот большое молодое поколение, оно у нас имеет место быть. Базы. В 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте до 20 лет.
от 20 до 24 лет. А в 35 году уже 9,7 миллиона, на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. И это, конечно, результат в том числе и демографических мер предыдущих лет. Демографические. Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направим новый национальный проект «Кадры». 47 вроде. Много, безусловно, об этом говорим, да, но нужно отдельно укрепить связку всех уровней образования, от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. И, конечно, здесь важно участие будущих работодателей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок. Что, кстати, на дебатах обсуждалось. Заводские музеи, лаборатории. Развитие ярмарок профессий. Обязательно включайтесь, прошу вас в эту работу. И привлечение. На принципах тесной кооперации и образования предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, для сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий. Отдельно поручаю правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. 48. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития, техникумов и колледжи. За 6 лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. 49. 20 миллиардов. Также выделим дополнительно 124 миллиарда рублей. И в предстоящие 6 лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов. 50. Полсотни аплодисментов. Теперь в целом о высшей школе. Задача, чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать еще раз. Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. И выделить на эти цели... 51. Придется выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета. Естественно... Естественно, 52. Естественно, предусмотрев в кампусах года. Все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей. В целом, надо буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, молодые родители, и с учетом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры. Прошу правительства и регионы внимательно все эти вопросы проработать. Далее. В послании прошлого года объявил о существенных изменениях в организации высшей школы, о необходимости использовать здесь лучший отечественный опыт. Профессиональная основа будущего специалиста закладывается на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины. Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов. И прошу правительства предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение вот уже с 1 сентября неплохо. В пилотном режиме. Прибавка для препода? Потребуются дополнительные ресурсы, там, по предварительным подсчетам в этом году 1,5 миллиарда, потом 4,5 миллиарда. Эти деньги тоже у нас посчитаны. Нам важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию.
На это направлена наша программа «Приоритет-2030». Ее финансирование рассчитано до конца текущего года. Безусловно, предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей. Ну тут уже точно хлопаем, 53. Критериями эффективности вузов-участников должны быть кадровые и технологические проекты с регионами, отраслями экономики и социальной сферы, создание реально работающих инновационных компаний и стартапов, привлечение и иностранных студентов. И, конечно, оценивать работу всех вузов, университетов России, студентов, колледжей, техникумов будем по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы. Уважаемые друзья, теперь несколько слов о технологической базе развития. Здесь основа основ – это наука, конечно. И база баз. На встрече с учеными, сотрудниками Российской академии наук, которая в этом году отметила свое 300-летие, говорил, что даже в самые сложные периоды Россия никогда не отказывалась в решении задач фундаментального характера. Всегда думала о будущем. И мы сейчас должны поступать так же. Ну, собственно говоря, мы так и стараемся делать. Например, такого спектра научных установок класса мега-сайенс, как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших ученых, и для партнеров, исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Отечественная научная инфраструктура, наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов для развития космических программ. Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира. При этом, вновь повторю, должны существенно... 54. По-моему, это рекорд. Хочу еще раз повторить, скажем, существенно должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса, не менее чем вдвое к 30-му году. Конечно же, главное – это эффективность таких вложений. Речь идет о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае. Здесь нужно использовать позитивный опыт наших федеральных научно-исследовательских программ по генетике, сельскому хозяйству, проектов Российского научного фонда. С учетом актуальных задач и вызовов мы скорректировали стратегию научно-технологического развития России. В ее логике запускаем и новые национальные проекты технологического суверенитета. Назову их основные направления. Первое. Мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе. Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Третье. Мы должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. Уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего, сформировать долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ на высокотехнологичную продукцию, чтобы компании понимали, по каким правилам им работать. Также необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов другого сырья для новой экономики. У нас все это есть. Подчеркну, речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее. Поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития. Обеспечим приоритетное бюджетное финансирование. Я прошу правительство и федеральное собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета.
Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Предлагаю поставить здесь цель – доля отечественных, высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в 1,5 раза, а объем несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее чем на 2/3. Приведу еще несколько цифр. В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП. Мы почти на 30% почти. Все завозили из-за границы. В прошлом году она составила уже 19% ВВП, или 32 триллиона рублей. А в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит... Ну, 55, конечно. А это значит, на пару процентиков, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать. Я подчеркну, с учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач. А это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энерго- и ресурсоэффективных экономических предложений и реализации таких предложений, сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию. К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. А это, знаете, уже программа внука Елькина, роботизация. Это будет хорошим результатом. Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенции, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере. К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий, базовых, несырьевых отраслей экономики, и добавлю, все учреждения социальной сферы, необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Это общая, огромная, но очень важная работа. Кроме того, по увеличению эффективности, перевооружению производств, должны быть нацелены передовые инженерные школы, которые создаются на базе вузов. Мы ставили перед собой цель создать 50 таких школ. 30 из них уже создано. Еще 20 запускаем в текущем году. Предлагаю расширить эту программу еще на 50 инженерных школ. То есть в общей сложности развернуть сеть по стране, сеть из 100 таких центров, которые будут готовить специалистов высшей квалификации. 56. Будут готовить специалистов и предлагать оригинальные технические решения. Причем в самых разных областях. В промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в транспорте, в социальной сфере. И, конечно, всегда и по каждому из этих направлений использовать искусственный интеллект. Нужно к этому стремиться. Вот, нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели тоже дополнительно 9 миллиардов рублей. За последние годы... 9 миллиардов немало, 57. Уважаемые коллеги, за последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Но они открываются, как бы мы уже к этому привыкли. Это такая текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удакан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, ЗАПСИП «Нефтехим» в Тюменской области. И этот перечень, безусловно, можно продолжать. Обращаю внимание, в предстоящие 6 лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Расширяемся. Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Мы уже... 58. Абсолютный рекорд. Мы уже сформировали своего рода промышленное меню. Мишусь, компании, реализующие индустриальные проекты, могут выбрать оптимальные меры поддержки. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее. Достаточно много инструментов изобрели и применяем. Обязательно будем развивать все эти механизмы. Так за 6 лет дополнительно направим 120 миллиардов рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКРов, а также на расширение промышленной ипотеки. И за счет этой программы дополнительно построим и модернизируем еще более 10 миллионов квадратных метров производственных площадей. Я вот просто для сравнения хочу отметить. Кстати, к плюсам, к тем темпам, которые мы уже набрали. А вот для сравнения. Сегодня в России ежегодно строится около 4 миллионов квадратных метров производственных площадей. Это весомый показатель обновления нашего индустриального потенциала. А мы дополнительно, как я сказал, 10 миллионов будем делать. Ну, это 59 уже. Далее. На 300 миллиардов рублей пополним фонд развития промышленности. Увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов. Еще не менее 200 миллиардов дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий, обрабатывающих промышленности, предлагаю для них увеличить базу для расчета амортизации. Она составит 200% затрат на российское оборудование и НИОКРы. Ну, это такая вроде как скучная субстанция, но я поясню, о чем идет речь. Если компания приобретает отечественные станки на 10 миллионов рублей, то она сможет уменьшить налогооблагаемую базу на 20 миллионов. Это такая серьезная поддержка. Ваша база увеличивается на 200%. Продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса 60. По нашим технологическим приоритетам. Здесь важно использовать преимущество кластерного подхода, когда компании растут вместе со своими смежниками-поставщиками, а их кооперация дает взаимовыгодный эффект для всех. Обращаю внимание правительства, до 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложения. Мы ставим цель к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая. Хочется сказать, даже очень хорошая. Да где плохая? Ну, раз очень хорошая, то 61. Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2022 году 15,9% при плане 9,5%. А за 9 месяцев прошлого года при плане на год 15,1%. Прирост составил 26,6%. Надо и дальше двигаться опережающими темпами. Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ-РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста. Уже давал поручение запустить особый режим первичных размещений акций компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях. Обращая внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке, нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг. Ну, нужно делать это в конце концов.
63. Лучше повторю, поздно, чем никогда. Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Еще его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы. Уже принято решение. Добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 800 000 рублей будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1 400 000 рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 000 рублей в год распространим единый налоговый вычет. При этом считаю необходимым запустить новый инструмент – сберегательный, так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более 3 лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. Да, и, конечно, это пиздец. Эти 300 года охуеешь, также чтобы держать. Будут застрахованы государством в размере до 2 800 000 рублей. Еще то по есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. Подчеркну. Но выгодно. Подчеркну, все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников. И, конечно, принципиальное требование – отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. Где, 54, как оказалось, можно 65. Все потерять. А теперь вот мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить. И тогда не будем решать вопросы, как вернуть. 56. Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регион. Нам с иностранными активами надо было об этом думать. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса. Наша сильная, суверенная страна. 67. Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Вот вложение сюда и защита инвестиций. Защита прав предпринимателей взаимосвязаны. Безусловно, мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах 68. Миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого. Я всегда говорил и скажу еще раз, никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, приступать к закону или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе из предпринимательской среды, сейчас я говорю именно о них, нужно помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работу, зарплаты платят людям. Сейчас, наверное, в этом призвание власти. Помогать. Посмеялись. Уважаемые коллеги, все более значимый вклад в экономический рост вносит малый и средний бизнес. Сегодня его доля в таких отраслях, как обрабатывающее производство, туризм, IT, превышает 21%. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано 1 200 000 новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Обращаю внимание, это самый высокий показатель за последние 5 лет. Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие 6 лет рос быстрее темпов увеличения ВВП. То есть должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели.
Уже говорил, что не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению другим способом так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной, цивилизованной работе в белую. Предложить работать по закону, и с вами ничего не будет. Подчеркиваю это особо. Это еще Титов предлагал, по-моему. Пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. Больше про тех, кто во вторую смысл говорит. Кроме того, поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенки на общий порядок налогообложения. Далее. Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого, с учетом наработанного опыта, полностью перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры. Глубоко, жаль, таким все образом поймут. Минимизировать число проверок. И еще. 70. И еще. Предлагаю проверок предоставить поменьше. Некрупному бизнесу специальное право. Раз в 5 лет оформлять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории. Повторю, нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счет высокотехнологичных направлений производственного бизнеса. В целом, налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. Я прошу правительство предоставить на этот счет конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста, предложения уже созрели, по сути. Особо отмечу работу малого и среднего бизнеса на селе, в агропромышленном комплексе. Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием. Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания. Я благодарю кого надо, зерном обеспечу. Работников сельского хозяйства. И без всяких сделок. Фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом. 71. Благодарю вас за впечатляющие результаты. К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт увеличится в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений. Особое решение используем для развития прибрежных регионов. Напомню, у нас действует правило квота под киль. Оно должно строго выполняться. Речь идет, как некоторые здесь из присутствующих знают, о том, что компания получает квоты на добычу морепродуктов, обязательство закупать новые промысловые суда российского производства, обновлять флот. Вместе с тем, в этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги, порядка 200 миллиардов рублей. Вот, да, Антон Германович здесь, с ним договорились. Так, нашел силу. Предлагаю часть этих средств целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной отрасли. У них прям такая реакция. Уважаемые была. Коллеги, в современных порты-то условиях повышение эффективности всех 72, сфер да. производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. Я уже об этом упоминал. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые
позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства между собой. Так предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционное заключение специалиста Федерального медицинского центра. А доктор, семейный врач, оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения. Все, о чем говорю, не какие-то рассуждения о далеком будущем. Такие практики уже внедряются в работу ведущих медицинских центров. Задача в том, чтобы распространить их по всей стране, сделать массовыми и доступными. Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие 6 лет не менее 700 миллиардов рублей. 73. Для государства такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов, для эффективного управления нашими программами и национальными проектами. И главное, мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи, предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно, в удобном формате с максимально быстрым получением результата. Кстати, Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе европейским странам, еще предстоит достичь нашего уровня. Но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте. Важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели. В том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Какой? Их внедрение обещает настоящий прорыв в 2030 году, чтобы не Эра Путин был. Это должно быть настоящим прорывом. Для этого нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача. В целом необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение. Нужно, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики. Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, сельских территориях и отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на ее развитие 116 миллиардов рублей. Предположительно 74. Коллеги, сейчас хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. 75. Считаю необходимым списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Нет, всем? Ну, 76 тогда. Большее субсидирование региональное. По оценке,
Это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Обращаю внимание, эти сэкономленные средства должны быть, что называется, окрашены и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание. Прежде всего, правительство. 77. Далее. Топорики. В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом 500 миллиардов рублей. Затем расширили ее до 1 триллиона. Напомню, что такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. Отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития. И регионы отмечают высокую эффективность Отлично. Такого механизма. Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов. А в целом, начиная с 2025 года... Это прям какая-то региональная финансовая пирамида получается. А в целом, начиная с 2025 года, будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам федерации не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. Также считаю, что регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов. Приведу конкретный пример. Субъект федерации модернизирует, скажем, поликлинику. Качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, может 79 их можно будет не возвращать. Сейчас будет. Федеральный бюджет, а направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и так далее. И, конечно, 80. И, конечно, поддержим те субъекты федерации, у которых есть потенциал для развития, но нужно помочь его раскрыть, запустить проекты реального сектора экономики, инфраструктуры, которые станут драйверами в этих территориях. Сейчас 10 субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. И я прошу правительства продлить действие этих программ еще на 6 лет. А к 2030 году все наши регионы должны стать экономически более самодостаточными. Повторю, это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны. Уважаемые коллеги, сохранение денег, как видим, в региональном бюджете, больше большие. Их использование, расходы, но это до 30-го года. Тоже. Да. Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, но деньги есть. В экономику, науку, технологии, в инфраструктуру. В этой связи хочу сказать о налоговой системе. Безусловно, она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, а также для реализации региональных программ, призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний. Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал. Стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных, социальных проектов. При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми денег. Компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей. Я прошу Государственную Думу, социалку повышать, в ближайшее время понижать, представить ну, или хотя бы на этот счет конкретный комплекс налоговой. Предложений. И в дальнейшем, уже с учетом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов,
Вот именно об этом нас бизнес и просит в ходе наших прямых с ними контактов. Уважаемые коллеги, решения в сфере финансовой поддержки регионов, рост экономики должны работать на повышение качества жизни людей, причем во всех субъектах федерации. Мы уже продлили до 2030 года специальные программы развития таких регионов, как Северный Кавказ и Калининградская область, Донбасс и Новороссия, Крым и Севастополь, Арктика и Дальний Восток. Новороссия отдельно упоминается, как 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. Будет такая Новороссия, же работа идет будет. По населенным пунктам в Арктике. Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов, включая села и поселки. Здесь также должны сработать решения по поддержке субъектов федерации, о которых сегодня сказал, включая инфраструктурные кредиты. Хочу обратиться к главам регионов. Эти ресурсы надо использовать в том числе для расширения возможностей муниципалитетов. Да, я помню встречу с руководителями некоторых муниципалитетов на их форуме здесь, в Москве. У местного уровня власти особая роль и ответственность. Именно сюда идут люди, граждане со своими повседневными нуждами. По факту чисто локальные. Хочу поблагодарить наших мэров, глав районов, депутатов за ваш труд, за внимание к запросам людей. И отдельно хотел бы отметить сотрудников муниципалитетов, которые работают в непосредственной близости от зоны боевых действий. Делятся своими земляками все испытания. 83. Ну или те, кто непосредственно в этой зоне сейчас работает. Соавторами планов развития городов и поселков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджетов. До 2030 года продлим и всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Я прошу правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере 85. Направим 360 миллиардов рублей. 86. Отдельно про деньги это всегда аплодисменты. Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу правительства, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности, конечно, проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно. Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитывать, что мы примем ее на 20 лет. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте Института развития Дом РФ. В нем примут участие 5 регионов – Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году… 87, а к 2030 регионы, году по всей стране надо привести в порядок не менее 1000 объектов при культурного наследия. При Альпе уже принимают это участие. Дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и села. Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов.
За 6 лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете, социальных сетях. Предлагаю также расширить программу 88. Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры, выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения. Кроме того, по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» запустим с 2025 года программу «Земский работник культуры». 89. Для сельских домов культуры надо. Люди постоянно говорят об этом на встречах. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей. А на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 миллиона рублей. Приезжайте, гости дорогие, 90! И еще одно дополнительное решение, которое нужно доработать и принять. Прошу правительство предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объеме или их вообще нет. Нужно сделать это максимально оперативно. Решить вопрос о ключевых параметрах, в том числе размерах первичного взноса и ставки по кредиту. Далее. Ну, я прошу иметь это в виду. Буду ждать от вас предложений. Далее. Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции. Теперь Херсонская и Запорожская области, контролируемые части, он Новороссии называют. Отдельно поддержим проекты комплексного развития территории 91. Под застройку возведения жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недоступным уровнем социально-экономического, с недостаточным уровнем социально-экономического развития, там где многие обычные наши предложения не работают. Но вот для этих территорий направим на данные цели дополнительно 120 миллиардов рублей. В этой связи следующая системная задача. При федеральной поддержке многие регионы существенно растили темп расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехал 1 миллион 730 тысяч человек. В предстоящие 6 лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. 92. До сотки вот дойдем, самый главный вопрос. Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании. 92. Продолжим и реализацию нашего проекта «Чистая вода». Для многих наших городов, сельских поселений, эта проблема чрезвычайно актуальная. Прежде всего, речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой. Отдельная тема – газификация. В планах обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России, как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы. 35 или 40% газифицировано. Но об этом уже лет 10 говорят. 94. Естественно, это даст возможность расширить программу социальной газификации. Благодаря ей газ уже подведен бесплатно к границам 1 миллиона 100 тысяч участков. Где наше национальное заявок достояние? Продолжается. При этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка. Но что отдельно сейчас хотел бы сказать.
В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки. А им самим. А сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Обихаживают. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить. Причем решить в интересах наших граждан. А именно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товарищей. 95. Также получат поддержку жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они оплачивают свои дома углем или дровами. Путин услышал. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей. С учетом 96. С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей с федерального бюджета. А вот теперь 98. Обновим и парк школьных автобусов, темпами причем не менее 3000 машин в год, что особенно важно для малых городов и сельской местности. Об этом говорят и жители, и главы муниципалитетов, регионов. Действительно, очень важная программа. Поэтому выделим на закупку школьных автобусов еще дополнительно 66 миллиардов рублей. И, конечно, это 99. Должна быть техника, произведенная в России, полностью или с высокой степенью локализации. Школы не забываем. В рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, как вы знаете, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. С прошлого года к проекту подключились еще 29 городов. В целом, по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно. Для оценки результатов создадим комплексную систему мониторинга качества окружающей среды. За последние 5 лет очищены тысячи километров рек и берегов. Почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. За последние 5 лет ликвидировали 128 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые буквально отравляли жизнь людей в 53 регионах России. В безопасное состояние приведены территории полигона Красный Бор, Байкальского ЦБК и Усолья Сибирского. Что в этой связи, уважаемые коллеги, хотел бы подчеркнуть? На этих объектах проведены пока только самые неотложные мероприятия. Но это далеко не все. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру. В целом, по всей России продолжим ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В предстоящие 6 лет должно быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков. Надо создавать стимулы для бизнеса и внедрять зеленые технологии, переходить на экономику замкнутого цикла. Тем более, что у нас, по сути, с нуля создана современная отрасль обращения с отходами. Для их обработки и утилизации построены 250 предприятий. Задача к 2030 году – сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства. Построим совместно с бизнесом еще порядка 400 объектов по обращению с отходами и 8 экопромышленных парков.
Что еще хочу сказать? В ходе встреч с гражданами на Дальнем Востоке, в Сибири, в других регионах не раз звучала тема сбережения наших лесных богатств. О том, что надо наводить порядок с нелегальными вырубками, с охраной лесных массивов. У этой темы действительно огромный общественный резонанс. Очень важный рубеж. Начиная с 2021 года в России восстанавливаются лесов больше, чем вырубается. За этот результат волонтеров, школьников, студентов, всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях. И, конечно, представители бизнеса за поддержку таких проектов. Мы обязательно продолжим восстановление лесов, парков, садов, в том числе вокруг агломераций и промышленных центров. Ну и про леса-то у нас самое отдельным главное, решением вырубки. Предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды. То есть занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Но надо честно сказать, что здесь у людей доход, вопросы, которые они решают, очень важны, а доходы у них очень скромные. Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год. Продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных. Предлагаю в этой связи подумать и об открытии сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. К 2030 году, во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры. Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглосуточный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро. Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта «Пять морей». Современные гостиничные комплексы также появятся на побережье Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток еще на 10 миллионов человек в год. А в целом по стране, с учетом динамичного развития таких туристических центров, Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год. 102. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет. Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока. Также за 6 лет в России должно быть построено более 50 обходов городов. Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы Джубга-Сочи. Она сократит время в пути от трассы М4 Дон до Сочи в 4 раза, до 1,5 часов. Дважды в этой Джубге был. И более того, позволит активно развиваться Черноморскому побережью. Может быть, там сейчас много чего изменилось. С правительством договорились, и я хочу и публично тоже об этом сказать.
Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект. Там одни сплошные тоннели и мосты. Дорогой проект. Но, тем не менее, прошу правительства предоставить схему его финансирования, проработать это. Мы уже привели в порядок федеральные трассы и практически 85% дорог в крупных агломерациях. Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем на развитие именно региональных дорог. Более доступными должны стать авиаперелеты. Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года. Но тут есть, для этого есть планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед правительством стоит конкретная задача. За 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. 103. И это больше трети аэропортной сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это прямое будет бюджетное финансирование. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям и, по качеству, удобству и безопасности. Параллельного импорта. Сложная задача. 104 уже. Покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали. Но тем не менее, передовые российские разработки в машиностроении, в строительстве, связи и цифровых системах будут востребованы и в создании сети высокоскоростных железных дорог. Поэтому тоже направлениях скажу пару слов. Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в Братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям. Продолжится масштабная модернизация центрального транспортного узла. Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями. Необходимо модернизировать и опорную сеть внутренних водных путей. За счет этого обеспечить дополнительные экономические эффекты и в области туризма, в области развития промышленности, развития отдельных чувствительных, очень важных для нас регионов, в том числе регионов Крайнего Севера. Что хочу сказать здесь дополнительно. Современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. Регионов, которые задействуют свои транзитные туристические потенциалы, могут вовлечь в оборот земельные участки под промышленные и сельскохозяйственные объекты. А для граждан это возможность строить дом для большой семьи, жить в более комфортных условиях. Для бизнеса это новые перспективы, в том числе на внешних рынках. В этой связи отдельный вопрос, который поднимался на одной из моих встреч, это очереди на пограничных пунктах пропуска. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель на западном направлении уже не остро. Нередко ждет на границе часами. И перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача. Типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать. 106. Такие требования важны и для ритмичной работы транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Россию со странами Ближнего Востока и Азии. Его основой станут не только автомобильные маршруты, но и бесшовное железнодорожное сообщение на всем протяжении от наших портов на Балтике и Баренцевом море до побережья Персидского залива и Индийского океана. Также будем наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей.
запускается это третий этап расширения восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. Ну, там в свое тоже время строится мы, извините, за момент, момент. Зевнули немножко. 107. Вовремя кое-что не сделали. Ну ладно, теперь должны наверстать. Наверстали. До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино и Советская Гавань. В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза. Обращаю ваше внимание, коллеги, это в 5 раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В 5 раз. Вот так. Поиграли в капитализм. Обеспечим круглогодичную навигацию. И будем на дальше. Всех пути. 108. Будем увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел. И, конечно, наращивать арктический флот. В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс». В начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград». В следующем году заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». А на дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности. На базе наших отечественных верфей планируем существенно обновить торговый флот. Танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике. Лукашенко. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, хотел бы сказать отдельно. Постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Это и кадровые военные, и добровольцы. На отдельный блок, действительно. Люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят. Не отступят. И только наступят. Не подведут 109. И не предадут. О, шеврончик вот какой. И должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромные и сдержанные. Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди – выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, патриоты, живут ее судьбой, можно передать за в будущем и доверить России. Вы знаете, что... 110. Ну вот им-то можно, говорит Путин. Но потом... Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считая себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Действующее вот правительство, они точно что не ли? Элита. Повторю, подлинная, настоящая элита. Или это про голую вечеринку? Это те, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России. Да, наверное, достойный Чубайс. 111.
И в этой связи о новом, считаю важным решение уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев». 112. Это военное идея, повышение квалификации пришла мне в голову, когда встречался со студентами, участниками специальной военной операции в Петербурге. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты. Высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, а также это там человек конкурс был, лидеров в КБ каждый Их день выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах. Даже становятся министрами, главами регионов. Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищи. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. В дальнейшем это как расширим лет назад такие был кадровые проект «Лидеры России». Запустим управленческие курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Причем статус академии, считаю, необходимо законодательно повысить. Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах. Я прошу... 113. Прошу Министерства обороны, просим выделить командиров боевых соединений, поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе. В ранг Х, предусмотреть наверное. Для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия. Отмечу, что участники специальной военной операции и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры уже сегодня составляют костяк наших вооруженных сил. И, безусловно, как уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, училища и военные академии. Дорогие друзья, да. Все радуются. Дорогие как друзья, в камеру смотрит. Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет. Уже второй раз. Это показали. Нужно доказывать, подтверждать каждый день. Речь идет и сохранять костяк армии. И только нашей ответственности за настоящее и за будущее России. Это наша Родина, Родина наших предков. И она нужна и дорога только нам. И, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну. За последние несколько лет нам удалось выстроить систему управления, а также реализации национальных проектов на новых принципах, на основе больших массивов данных, современных цифровых технологий, что позволило повысить эффективность работы, контролировать риски, учитывать весь объем информации, постоянно донастраивать проекты и программы, опираясь на обратную связь с гражданами. Я хочу поблагодарить коллег из правительства. И в этот раз я, кстати, было не так много, регионов, конец. Которые все эти годы, и в период пандемии, и в условиях санкционной агрессии против России, кропотливо выстраивали эту систему. Знаю, что это была трудная, сложная работа, и главное, она уже дает отдачу. Мы видим это по результату. Ровно в этой логике мы продолжим действовать. До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу еще раз подчеркнуть, это не проекты отдельных ведомств. Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития. При этом прошу Общероссийский народный фронт это и уже, дальше значит, держать на контроле сам исполнение намекает, решений пора на всех уровнях, извините, власти.
извините. Хочу подчеркнуть. Извиняемся. Главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса. Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы, инвестиции на дальше, на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы. Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности. Но я сейчас подчеркну главное. Выполнение всех намеченных планов подчеркнуто сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества. 115. Песков аж облизывается. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития. Низкий вам поклон, ребята. 115. За наших. Абсолютный рекорд и по времени выступления, и по количеству аплодисментов. Путин! Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги. Благодарю всех граждан России за солидарность и надежность. Мы одна большая семья. Мы вместе и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Спасибо. Верим всегда. Спасибо. 115. Ну и 118. Зачитываем партию. Вы смотрите информационный канал? Нет, это мы уже не смотрим. Информационный канал. Неважно. Ну что ж, господа, закончилось ежегодное послание Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию России. Длилось оно чуть больше 2 часов, где-то 2 часа и 10 минут. Рекордное время, до этого говорилось, что рекордное время было 1:55, в этот раз, ну,
предвыборная речь, по сути, прозвучала для ближайших мартовских выборов от Владимира Владимировича. Много было социальных вопросов. Решили выделить блок внешнеполитический в самом начале, что обычно на финальную речь Путина остается. И так как нас ждут внутриполитические изменения, ну как внутриполитические выборы и следующий срок для будущего президента, действующего и будущего, я бы так сказал, то основная часть и после внешнеполитического блока все было посвящено политике внутренней. Да, про социальные вопросы, про вопросы обеспечения и субсидирования бюджета вплоть до регионального и муниципального уровня, вопросы ресурсные, логистические, экологические, в том числе, как и всегда, вопрос налогообложения и его сдерживания, что ли, смягчения. Ну, тут прям планы наполеоновские. Я и до этого, до выступления сказал, что это скорее предтеча новых майских указов. По сути, они были озвучены. Это, я бы сказал, февральские намерения, которые при новом сроке Путина, ну, майские, может, какие-то еще в другие указы будет реализовываться. Соответствующие поручения правительства были даны. Ну, вместе с упоминанием новых регионов, развития тамошней логистики, инфраструктуры. Но об этом более подробно можно будет говорить скорее после окончания специальной военной операции, в тот момент, когда уже будем из конкретного списка населенных пунктов, стратегических целей, задач и положений, вот когда из этого будем исходить. Такой вот результат. Да, уже было сказано, что до 2030 года, то есть это и есть фактическая предвыборная программа Владимира Владимировича Путина на следующий президентский срок, который, как можно догадаться, планируется. Планируется и запланирован уже. Был запланирован, озвучен прямо здесь сейчас. По Приднестровье было что-нибудь? А то из того, что видел, одна вода. Ну, тебя бы даже с Приднестровьем, я думаю, было бы вода, потому что ничего ожидать, хуже, кроме рядовых высказываний, 20, не стоило. 20, 20, а так 20, это не было упомянуто, значит, 20, 20, 20, это максимум только 20, 20, 20, в Госдуме обсуждается. Ты считал, а количество фурий во время...